Уважаемые коллеги, уважаемый председатель, я, наверное, начну с темы, которая ни разу не поднималась в Думе и не обсуждалась. 2010 год был объявлен годом учителя. И этот год показал лживость всего того, что происходит в нашем образовании. Лживость и двусмысленность положения учителя. Я не буду говорить о его материальном положении. Это тема отдельного большого разговора и разговора настоящей страны, а не то, что представляет из себя современная Россия. Я скажу вам сейчас о другом. Никогда за всю мою педагогическую деятельность на учителей не выливалось столько грязи, сколько было вылито в год 2010. Столько грязи, столько клеветы. И ни у одного не нашлось чести и достоинства, чтобы защитить учителя. Потому что тема учителя волнует каждого из вас. Мать вы, бабушка вы, дедушка, никто не защищает учителя. Создается впечатление, что кому-то вообще плохо мы вас учили. Вот плохо, я смотрю сейчас на вас, это отсутствие какой-то элементарной дисциплины, отсутствие элементарного уважения друг к другу. Так вот, у меня создается впечатление, что сейчас кому-то просто выгодно разрушить авторитет учителя, чтобы не было, не с кого было спросить. Даже в Якутии, где мы были на семинаре, первый вопрос, который был поставлен, это вопрос о статусе учителя. И меня спрашивают, а почему, собственно, ни один нормативный документ не защищает честь и достоинство учителей? Грустная ирония. Врачам для того, чтобы хорошо лечить, мешают больные, учителям для того, чтобы хорошо учить, мешают учителя. Вал бумаг, которыми загрузили школы, просто поражает. Приведена масса никому не нужных таблиц, схем, графиков, и мы об этом все молчим. Сейчас даже стали высчитывать средний уровень обученности, то есть пятерки мы умножаем на 4,2, четверки на 3,8, потом все это складываем, потом умножаем, потом делим, получаем средний уровень обученности. Мы стали высчитывать среднюю оценку по предмету, не только среднюю зарплату, додумались до того, что надо теперь усреднить и показать наши результаты. Помпезно разрекламированный проект образования заменили сейчас словом «модернизация». И мы получим не результаты, как было принято раньше, мы получим системные эффекты. Что меня поразило? Меня поразило, что в докладе, вернее, в федеральном целевом проекте развития образования, который громко называется «Наша новая школа», я узнала о том, что, оказывается, у нас есть идеология, у нас есть политика. То есть власти, в том числе и представители «Единой России», стенают по поводу того, что, в общем-то, нет идеи, нет общенациональной идеи. А оказывается, в педагогике она есть. Что она из себя представляет? Это очень непонятные слова. Прочитав эти слова, я обратилась к директорам ведущих пензенских школ, лучших школ и лицеев. Как вы понимаете, что такое социальная стратификация? Что значит социально стратифицированный ученик? Вот отсюда понятно становится, кем и для чего написаны совершенно бездарные учебники для наших ребят. Учебники, которые написаны на языке, я бы вам сказала, не русском, а терминологическом. То есть запугать ребенка, сказать, что он все равно это не освоит, и пусть бежит куда, либо на подготовительные курсы, либо к репетиторам. Самое тяжелое, в чем обвиняют современную школу и учителя, это, конечно же, поборы. Но поборы сейчас заменили очень красивым словом «добровольные пожертвования». Те санпины, которые предлагаются устаревшим школам, естественно, выдержаны не будут. Далее. Но самое грустное – это нравственный выбор. Мы говорим о том, что же делать учителю. Тут вот раздаются декадентские стенания по поводу антоновцев и прочее. Некто звонит, заболеющий патологической болезнью ненависти к Советскому Союзу, говорит о том, что комсомол и Гитлер-Югент – это одно и то же. А я привожу в пример слова Антокольского, который говорил: «Мой сын был комсомольцем, твой – фашистом, мой мальчик – человек, а твой – палач». И самый ужасный, запуганный, обиженный учитель, которого будут эксплуатировать все силы во время выборов. Ведь даже сейчас мне уже запрещают встречаться с моими коллегами, говоря о том, что мои встречи я проводила вне пределов школы. Страх сковал учителей, страх сковал педагогику.